Ростов сегодня – это приезд министра обороны Сергея Шойгу и 7-километровая пробка из-за аварии на трассе М4 Дон. Это мастер-класс по спасению для отдыхающих на пляжах Ростова и санобработка главного ЖД вокзала. А также очередные антирекорды в коронавирусной статистике, нашествие божьих коровок и автобусные маршруты к строящимся в Батайске площадкам оптово-розничной торговли. Ростов сегодня – это енот-разрушитель в доме и опасное соседство диких скакунов с трассой, замеченные в сети. А еще это подготовка наших гандболисток к Олимпиаде в Токио, первый набор джазовых аккордеонистов в ДГТУ и первый из трех самых жарких дней за окном. На Первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня». И ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Министр обороны страны Сергей Шойгу посетил Ростовскую область. Программа визита была обширная. Знакомство с музейным комплексом Самбекские высоты, проверка социально-бытовой инфраструктуры гарнизона мотострелковой дивизии и посещение Росвертола. Ни уголка, ни дня, я не проникал свет вечного огня. У мемориала погибшим в годы Великой Отечественной начинается визит на Самбекские высоты. Музейный комплекс – уникальное пространство, на котором собрана история подвига защитников Родины. Экскурсию по павильонам министру обороны страны проводит губернатор. Здесь можно послушать некоторых из довоенной истории, рассказ о жизни ростовчан. Как повстречали в Ростове, десятки шахматистов пришли в вокзал. Осмотрев экспозицию, Сергей Шойгу поручил заменить копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область, оригиналами. Они хранятся в запасниках Музея вооруженных сил. Спасибо большое, это для нас было самое ценное. Общение с юноармейцами в продолжении визита. Участники детско-юношеского движения рассказали о своем желании служить в вооруженных силах. Главное, наверное, это то, чтобы ваш выбор был осознан, вы понимали, что вы дальше хотите, какой перспективы, какой для себя просто видите, кем вы хотите стать. Получив советы, юнармейцы попросили министра оставить запись в книге почетных гостей и преподнесли подарок. У нас есть просьба, примите это фотографию на память от отряда «Защитники неба России». Эта фотография была сделана в городе Новороссийск, когда мы ездили встречать экипаж Ростовский. Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону». Сергей Шойгу и Василий Голубев обсудили планы развития парка «Патриот». Он создан рядом с комплексом «Самбекские высоты». В парке уже действуют несколько экспозиций. Идет работа по созданию авиационного кластера. Затем Сергей Шойгу проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростове. В частности, он ознакомился с работой столовой, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола. Вот если вы мне расскажете, сколько у вас на складах лежит кильки в томате, вот поверьте мне, она вот здесь вот будет очень к месту. Кроме того, Сергей Шойгу оценил выполнение оборонзаказа на заводе «Росвертол». Министр ознакомился с образцами военной техники, понаблюдал за демонстрационными полетами, пообщался с работниками завода и поблагодарил их за добросовестный труд. Виктория Щетинина, Первый ростовский. Вооруженное нападение в азовском автобусе. Неизвестный с ножом убил женщину и ранил еще двоих. Преступника еще ищут. Все подробности у ростовского городового. Также Лидия Романченко расскажет, из-за чего сегодня стоял въезд со стороны Аксая и что горело на Селимаше. Ростовский городовой на страже. Информация о самом заметном сводке происшествия расскажу я, Лидия Романченко. Здравствуйте. План перехват объявлен в Азовском районе. Полиция разыскивает мужчину, напавшего с ножом на пассажиров автобуса «Азов Круглое». ЧПС случилось сегодня днем. Один из пассажиров в какой-то момент неожиданно достал нож и пырнул им трех пассажирок. Одна скончалась на месте, две другие госпитализированы в ЦГБ Азова. Нападавшего ищет полиция. Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела по статьям убийства и покушения на убийство. По данным следствия, 15 июля 51-летний мужчина, находясь в автобусе, следовавшем по маршруту город Азов и село Круглое, используя в качестве оружия нож,
нанес трем пассажирам множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных телесных повреждений 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Еще две женщины были госпитализированы в медицинское учреждение. Массовая авария стала причиной 7-километровой пробки сегодня днем на М4 Дон. Как сообщили очевидцы, перед Аксайским мостом столкнулись фура, пассажирский автобус, КАМАЗ и ГАЗель. В ГИБДД подробности не сообщают, лишь уточняют, что в ДТП никто не пострадал. Боевая экипировка едва не уехала за границу международным экспресс-курьерским отправлением. Посылку со спецжилетами для ношения оружия и боеприпасов уже ждали в Беларуси. Но канал удалось перекрыть сотрудникам отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни. Более того, у отправителя при обыске дома обнаружили другое вооружение, уже подготовленное к отправке. Более 500 комплектующих от автомата «Калашников» и пистолета «Макаров», комплект прицела – РПГ-18 «Муха» и еще несколько десятков осветительных и сигнальных патронов, два шлема, специальные гарнитуры и учебную осколочную гранату. За попытку отправки продуктов военного назначения, запрещенных к свободной реализации, мужчине грозит до 7 лет заключения по уголовной статье «Незаконное перемещение через таможенную границу иного вооружения». 30 человек эвакуировано, троим пришлось спускаться по коленчатому подъемнику. Людей спасали от пожара в пятиэтажке. Квартира загорелась в среду днем на последнем этаже дома 37 по улице Веры Пановой. 10 минут, как все началось, на балконе была кошка. Судьба кошки неизвестна. Огонь охватил 40 квадратных метров. Справиться с ним удалось лишь спустя 40 минут силами 8 единиц техники и 21 пожарного. Никто из жильцов не пострадал. Причина возгорания устанавливается. На этом у меня все. До встречи. Инспекторы ГИМС и добровольцы пожарно-спасательного отряда Донской ДГТУ проверили, как соблюдается безопасность на пляжах Ростова, а заодно организовали для отдыхающих мастер-класс по оказанию первой помощи. Студенты-добровольцы провели практическое занятие с роботом-тренажером Гошей. На нем показали, как правильно, не упуская драгоценных минут, оказать первую помощь пострадавшему на воде, а также в случае солнечного или теплового удара. Вам необходимо проверить сознание и дыхание человека. Если как таковое отсутствует, вам необходимо набрать номер 112, либо же номер скорой помощи. Пока приезжает скорая, вам нужно оказать сердечно-легочную реанимацию. Почаще и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Всем отдыхающим инспекторы ГИМС раздали памятки с правилами безопасного нахождения у воды, среди которых запрет на купание в состоянии алкогольного опьянения и внимательный присмотр за детьми. По пляжу не хватает. Это одна из больших проблем, как говорится, Ростова. Народа много, пляжей мало. Но тем не менее, мы всем советуем только купаться на открытых пляжах, на открытых водоемах. Напомним, на сегодняшний день в Ростове для купания открыты три муниципальных пляжа. Это Дружба, Зеленый остров, Соленое озеро и один частный пляж Карера. Специалисты Донского спасательного центра МЧС провели санитарную обработку главного железнодорожного вокзала. Продезинфицировали около 8 тысяч квадратных метров площади. Сотрудниками Донского спасательного центра была проведена дезинфекция главного железнодорожного вокзала города Ростова-на-Дону. Были обработаны лестницы, перилы, комнаты ожидания, а также пассажирские перроны. Обработка проводилась с помощью спецоборудования, специальным дезинфицирующим средством. Обработка хлорсодержащими веществами абсолютно безвредна для человека. Такая дезинфекция проводится регулярно на социально значимых объектах – вокзалах, площадях, остановках общественного транспорта. Инфицированных коронавирусом в Ростовской области за сутки стало больше на 322 человека. Каждый второй в возрасте от 18 до 45 лет. Новые случаи зарегистрированы в 48 городах и районах региона. Выздоровели еще 299 человек. Умер 21. Это 12 женщин и 9 мужчин в возрасте от 37 до 82 лет. За сутки в регионе привились больше 19 тысяч человек. В целом по стране заболевших за сутки снова около 25 тысяч. По умершим показатель достиг нового максимума – 791 человек. Выздоровели 21,5 тысячи пациентов. Божья коровка улети на небо. Это уже не детская присказка, а мольба отдыхающих на Таганрогском заливе. Ведь помимо того, что коровок там небывалое множество, так они еще и кусаются. Просьбы до насекомых пока не дошли. Стаи божьих коровок продолжают атаковать туристов и местных жителей. Нашему корреспонденту Юлии Карасюк, чтобы ее не тронули, даже пришлось замаскироваться под одну из них.
Есть такая народная примета: прилетела божья коровка, значит быть удачей и счастью. Но утверждение это спорное, особенно для тех, кто собрался отдыхать на пляжах Таганрогского залива. Ведь местные пляжи оккупировали сотни тысяч непрошенных туристов. Божьи коровки везде. И самое главное, что ведут они себя совсем не мирно, а набрасываются на людей и кусают их. Тебе, да? Так, сейчас вот надо успеть сделать. Пока дети радуются красному наваждению, взрослые злятся. Отдых испорчен. Такая картина по всему побережью Азовского моря. Гроздья божьих коровок и рядом с Таганрогом, и на Павлоачаковской косе. Сложно найти чистый участок берега, чтобы расстелить лежак. Ведь ненароком можно улечься на братскую могилу. Срок жизни божьей коровки ограничен неделей, максимум двумя. Местные говорят, подобного явления не видели уже много лет. Я вообще ненавижу. Посадились там какие-то большие прям. Укус чуть-чуть сильнее, чем комариный. Много божьих коровок, конечно, это непонятная, скажем, ситуация. Для меня первый раз я столько вижу. Обидней всего тем, кто приехал отдыхать на таганрогские пляжи издалека. Семья Захаркиных из Воронежа мечтала о южном солнце и никак не ожидала, что придется отмахиваться не только от пляжных продавцов, но и от надоедливых насекомых. Ну, вообще-то неприятно. Ползают, и они не кусаются, но щипаются. Только успеваешь себя все стряхивать. Аномалия вполне объяснима, говорят ростовские ученые. Подобные вспышки рождаемости происходят у многих насекомых. И виновата в этом вполне логичная взаимосвязь. Чем больше жертв, тем больше хищников. Этот год урожайный на тлю, поэтому и божьих коровок стало больше в разы. Плюс влажная и жаркая погода только поспособствовала размножению насекомых. Но как только тли станет меньше, закончится и атака на таганрогские пляжи. Еще один миф – коровки разносят болезни и могут заразить человека – беспочвенен и даже обиден. На самом деле их укус даже укусом считать сложно. Одним из лимитирующих факторов для животных в природе является соль. Мы потеем, с потом выступает на коже соль, соответственно, они эту соль подъедают. Ну, естественно, прихватывают слегка кожу. Никаких негативных последствий, ничего опасного для человека не переносят. Когда закончится пляжный сезон для коровок, спрогнозировать сложно, но, скорее всего, нужно переждать еще пару недель. Пока насекомыми отдыхающим остается только ждать у моря погоды. Юлия Карасюк, Тагир Фатахов, Первый ростовский. 10 тысяч рабочих мест появятся в новом оптово-розничном торговом комплексе «Южный» к концу 2024 года. Эта площадка строится под Ростовом на 1089 километре трассы М4 Дон, как альтернатива закрытым аксайским рынкам. До полного завершения работ 3 года, но терять это время не стали и приступили к разработке новых автобусных маршрутов, чтобы ростовчане смогли добраться за покупками из разных районов города. 4 масштабных объекта оптово-розничной торговли должны появиться в регионе в ближайшее время. В Чистом поле создается комплекс «Южный», который объединит на одной площадке 2 направления – аграрное и универсальное торгово-промышленное. Мы готовы в первую очередь. Подготавливаются первые 33 гектара. К концу сентября они уже будут в асфальте. И первая личная инфраструктура здесь будет находиться, будут построены овощехранилища, административное здание, медицинские пункты, ветлаборатория. Следующим этапом станет строительство универсального рынка, где будет порядка 200-250 тысяч квадратных метров торговых площадей. Так что к концу 2024 года «Южный» станет крупнейшим в регионе торгово-логистическим центром, зоной многопрофильного сервиса. Это и гостиницы, и ярмарки, автостоянки и автозаправочная станция. Мы работаем в постоянном диалоге с инвесторами, конечно же, с инициативными группами приостановленных территорий. Но я хочу сказать, что это не исчерпывающий перечень тех проектов, которые планируется реализовать, в том числе в свете приостановленных территорий торговых Аксайского района. У нас на сегодняшний день еще в проектах, и мы ведем переговоры еще с рядом инвесторов. Здесь будет порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Проект строительства «Южного», а также еще 3 объектов других компаний, решением Совета по инвестициям включен в 100 губернаторских инвестиционных проектов. Новый оптово-розничный торговый комплекс «Южный» займет площадь 180 гектаров и будет примыкать к трассе М4 Дон. Уже сейчас продумываются автобусные маршруты из разных районов Ростова, чтобы доставлять сюда и работников центра, и покупателей. На первых порах порядка 10-15 автобусов мы приобретем сами и будем в различных целях бесплатно доставлять людей сюда. Как только будут зарегистрированы маршруты, я нисколько не сомневаюсь в том, что транспортные компании подхватят это, потому что здесь будет хороший поток.
После запуска обхода Аксая практически весь транзитный поток поедет мимо этой площадки. Галина Белоусова, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. 82 кандидата будут баллотироваться в Госдуму в Ростовской области. В избиркоме на сентябрьские выборы заверено 11 партийных списков. Самый крупный из 13 человек выставила КПРФ. По 10 человек от «Единой России» и «Партии роста», 9 человек от «Яблока» и 8 представляют «Справедливую Россию». Теперь есть 7 дней на регистрацию и к 20 июля опубликуют окончательные списки кандидатов. Когда мы выставляем кандидата, и когда подает заявление, он подает и декларацию о доходах, он подает целый пакет. Это не просто так формируется, надо его перепроверять, потому что мы сами будем говорить, думаю, в августе, потому что ЦИК официально все публикует, все ошибки, все недостачи, все попытки укрыться и по доходам, и по заработным платам. Это все информация открытая, она как бы для всех кандидатов, я думаю, это дальше будем уже смотреть. Сентябрьские выборы будут отличаться от прошлой избирательной кампании 2016 года, но для ростовчан пандемийные условия не в новинку. Голосование продлится 3 дня, на участках будут строго следить за соблюдением эпидтребований. Подобная практика уже была опробована в прошлом году при голосовании за изменения в Конституции и выборах губернатора. 3 дня, чтобы не было очередей, чтобы люди приходили в удобное для них время, потому что сейчас человек не просто идет участок проголосовать, ему надо зайти, ему предоставляется и помыть руки, предоставляется и маска, и отдельно ручка, и все остальное, как бы, процедуры. Человек даже свой паспорт не передает члену комиссии, он просто его показывает. Напомню, что выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября. Продолжаем выпуск. Смотрите далее. Ростов сегодня – это енот-разрушитель в доме и опасное соседство диких скакунов с трассой, замеченной в сети. А еще это подготовка наших гандболисток к Олимпиаде в Токио, первый набор джазовых аккордеонистов в ДГТУ и первый из 3 самых жарких дней за окном. Енот вам не игрушка. Заводить его как домашнее животное точно не стоит. Это в очередной раз подтвердили ростовчане. Их дворовый питомец Илюша прорвался в дом и перевернул там все, что возможно. Что еще обсуждают ростовчане в сети, знает Юлия Карасюк и готова поделиться. Еще в городе появились стаи стрекоз, а лошади окружают Ростов. Божьи коровки отступают под натиском нового, более крупного врага. Свидетелями нашествия стрекоз стали ростовчане во время отдыха на природе. Все нормально, стрекозы прилетели поедать божьих коровок, пишут в комментариях знающие люди. Да, не хватает кошки, которая бы замкнула эту пищевую цепочку, отвечают им шутники. И самое бесспорное утверждение – стрекозы – это лучше, чем нашествие комаров. Ну, даже нечего добавить. В поселке Красный Сад под Ростовом решили бороться с любителями выбрасывать строительный мусор радикально. В отчаянии кто-то водрузил на горе обломков камня, кирпича и плитки табличку «Мусор не сыпать, штраф 50 тысяч рублей. Администрация». Но орфографические особенности и переизбыток буквы «Е» вызывают сомнение, что объявление писали именно представители администрации. А может быть, это уловка, чтобы объявление точно заметили и не прошли мимо. Если вы до сих пор считаете, что енота можно завести в качестве домашнего животного, просто посмотрите на эти кадры и гарантирую, передумаете сразу. Полосатый устроил уборку в доме, да такую, что после нее придется порядок наводить не один час. А поняв, что он сделал что-то не так, енот Илюша спрятался за стиральную машину. Оказалось, что мохнатый полосатый обитает во дворе, но очень хотелось пробраться на жилую площадь хозяйки. Операция удалась, так что остается пожелать только терпения владелице шкодливого хищника. Лошади против лошадиных сил. Опасное соседство диких скакунов с трассой заметили на выезде из Ростова. Первая луговая – кольцо с выездом на Западный мост. И днем, и ночью пасутся дикие лошади. Днем их хорошо видно, но ночью они часто ходят по дороге, освещения там нет, предупреждает автор этих кадров. Ну, во-первых, они не дикие, опровергают рассказ ростовчане. А во-вторых, это наоборот же хорошо, что природа так стремительно возвращается в наш мегаполис. А у меня на этом все. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Юля. А мы продолжаем информационную программу. Картошка долго поражала своими ценниками и вот успокоилась. Новый урожай теперь спокойно можно покупать по 35 рублей за кило. Так что наш корреспондент Олеся Слынько, перебивавшаяся с папайи на маракуйю, отправилась наконец на старый базар за картофелем.
Этот овощ стоил дороже золота еще в конце 19 века. Во время золотой лихорадки на Аляске свирепствовала цинга, и побороть опасную болезнь помогал сырой картофель. В нашей стране в истории картофеля есть литературный след. Так сорт, спугающий современников названием «Ганнибал», назван в честь прадеда Пушкина, который его и вывел путем скрещивания. А писатель Пришвин был ярым пропагандистом этого овоща и даже написал серьезный научный труд «Картофель в полевой и огородной культуре». Но сейчас нас уговаривать съесть картошечку не надо. Розовая картошка идет всегда на жарку, больше идет. А белая, вот, например, лимонку, можно и на жарку, и на варку. Анна Королева тоже такая же, и на варку, и на жарку. В России поначалу не знали, как его правильно есть, и травились плодами на стеблях. Вплоть до 18 века его опасались европейцы. Думали, он таит в себе источник проказы. Картошка сейчас идет в Краснодаре. Она очень вкусная картошка. В этом году вообще картошка бесподобная. Разваристая, рассыпчатая такая, молодая. Кстати, самый дорогой картофель в мире – французский сорт «Наслаждение». Он стоит от 500 евро за кило. Но мы уверены, на старобазарных прилавках есть сорта повкуснее, а цены доступнее. Цена картофеля на центральном рынке по сравнению с недавним временем заметно упала и колеблется от 25 до 70 рублей в зависимости от сорта и величины. Средний показатель Ростов-Стата – 52 рубля 32 копейки. Золотая лихорадка позади, но этот овощ до сих пор популярен в народной медицине. Грызя сырые клубни, решают проблемы с деснами, а с молоком получится средство для лечения артрита. На этом у меня все. Спасибо, Олеся. Переходим к спорту. Через пару дней женская сборная России по гандболу отправится в Токио. В заветные 15, точнее 17 сильнейших попали все ростовчанки, и это здорово. У нас в Федерации гандбол России есть свои люди, поэтому специально для вас нам записали несколько интервью из Новогорска. Кто нам помог, расскажет наш олимпийско-новогорский корреспондент Лев Клинов. Друзья, ну, хотелось бы выразить благодарность Дмитрию Христичу и всей Федерации гандбола России за столь легкое и приятное сотрудничество. И, конечно же, нашим сборницам. Ведь девушки, несмотря на плотные тренировочные дни, ответили на наши вопросы. Итак, предлагаем вашему вниманию мысли олимпийской чемпионки Полины Кузнецовой, юной звездочки Елены Михайличенко, а также главного тренера сборной Алексея Алексеева. Турнир в Нидерландах в начале июля вызвал небольшие опасения у болельщиков. Напомним, что мы уступили в двух контрольных матчах. Сначала действующим чемпионкам мира отдали игру, в которой выигрывали плюс 9, а на следующий день уступили 3 мяча шведкам. Мы ехали туда, у нас не было результата прям вот конкретно победить или что-то. Мы наигрывали свои схемы, наигрывали составы, связки. То есть вышел один состав, потом поменялся другой. Это нормально, что на таких матчах... То есть мы не смотрели на результат, мы смотрели на сыгранность. И, естественно, мы тогда были еще, наверное, больше яме. Нам было очень тяжело физически после нагрузок. Если бы была, честно, цель выиграть, я думаю, мы бы не упустили эту победу, если бы мы так хотели. Конечно, хочется в каждой игре выиграть, в каждом матче, тем более международный там матч. Но, повторюсь, не главная цель. Все равно не любой ценой, скажем так. Не любой ценой. Можно было вернуть, сделать какие-то замены, точечные даже. Я думаю, что это бы даже помогло. Но на это не пошли сознательно, что надо всех смотреть в одинаковых условиях. В непростых условиях оказалась Елена Михайличенко. После сложной травмы в начале сезона были опасения, что за олимпийскую сборную не удастся зацепиться. И даже несмотря на не совсем удачную игру в Нидерландах, Лена летит в Токио. Конечно, опасения были, в основном они и присутствовали как бы в моих мыслях, потому что понятно то, что быть всей команды мне пока тяжелее всего набрать свою оптимальную форму. И, конечно же, из-за того, что я пропустила половину сезона. Но когда я узнала, что заявка будет расширена, это просто могло меня обрадовать, потому что это был шанс поехать на Олимпиаду и...
вот понятно, что тяжело быть за пределами деревни, если ты в числе двух людей. Еще тяжелее, я думаю, сидеть на трибуне и наблюдать за этим всем и никак не относиться, как бы, знаете, к результату команды. Напомним, что в Токио отправятся 17 игроков, но в олимпийской деревне по регламенту проживать должны только 15 девушек. Еще две будут находиться вне команды, и в случае необходимости их придется дозаявить. В контрольном матче со Швецией случился неприятный момент. Анне Вяхеревой раньше отведенного времени пришлось покинуть игру. Фу-фу-фу, с Аней Вяхеревой все в порядке. С остальными игроками тоже. Поэтому все какие-то микроболячки, микротравмы, ну это гандбол, это контактная игра. Это все, каждую тренировку мы видим, какие-то мелкие повреждения. Но ничего серьезного. Нет, все в строю. Будем надеяться, что все сложится успешно для наших девушек. Матчи гандбольного турнира пройдут без зрителей. Первая встреча у нас 25 июля с Бразилией. Но до этого возможен еще контрольный поединок. Нигде в России не учат играть на аккордеоне, как на джазовом инструменте. А у нас будут. Джазовых аккордеонистов с нового учебного года начнут набирать на кафедре медиапроизводства ДГТУ. Набор будет, что называется, штучным, и желающие уже есть. Такой импровизации известная опера «Кармен» Жоржа Бизе вполне может стать джазовым стандартом. В таком мини-ансамбле музицируют аккордеонист Александр Поелуев и саксофонист Андрей Мачнев. Оба с нового учебного года начнут преподавать по программе инструменты эстрадного оркестра на кафедре медиапроизводства факультета медиакоммуникации и мультимедийной технологии ДГТУ. Аккордеонисты много лет спрашивают, а где же можно учиться, хочется, нигде не было такого. Ну, консультироваться можно, но официальный диплом нигде невозможно было получить. И это наша такая большая профессиональная амбиция. Мы впервые в России открываем программу для джазовых аккордеонистов. Нигде в России, ни в одном учебном заведении не учат играть на аккордеоне, как на джазовом инструменте. Мы это начинаем делать с сентября 2021 года. Экзамены начнутся уже в 20-х числах июля. В планах набрать несколько человек, ведь, как выразились на кафедре медиапроизводства, музыканты – товар штучный. Второй год реализуется и направление музыкальное искусство эстрады. Выпускница Ростовского колледжа искусств Варвара Токарева готовится поступать на мюзикл и шоу-программы. Всю свою жизнь я ими очень интересуюсь. Ну, я считаю, то, что профессиональный музыкант должен развиваться во всех стилях, направлениях. Он должен уметь и то, и то, и то, и то. Поэтому это важно. Практической и преподавательской базой кафедру обеспечивает главный партнер – детская джазовая школа имени Кима Назаретова под руководством Арама Рустамянца. Вместе со студентами они делают авторские программы. Современное музыкальное искусство, оно неразрывно связано с мультимедийными технологиями, потому что это арт-перформансы, это организация концертной деятельности. И, конечно же, мы это тоже вкладываем в новую программу. Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Первый, Ростовский. Полежать, позалипать в телефоне или просто ничего не делать. Лень матушка у всех проявляется по-разному. И сегодня официально для этого есть весомый повод. В России отмечают День русской лени. Недаром ее считают чертой характера именно русского человека. У кого-то этот праздник каждый день. Но наш корреспондент Вера Данилиди, превозмогая лень, отправилась в жару узнавать у ростовчан, насколько они ленивы. Обожаю лениться. Лень – это моя жизнь. Как нужно лениться правильно? Правильно. Не сомневаться ни в чем, просто брать и лениться. Во время лени получать удовольствие – вот это самое главное. Надо прям отдаваться ей и просто ничего не делать и кайфовать от этого. Позитивно отношусь к лени. Вот. Это индикатор того, чего мне не хочется делать.
могу полениться спокойно, позволяю себе это. Сижу, играю в телефоне. Или в компьютере на танках. Вот и все. И сколько может продолжаться игра ваша? Ой, если есть хорошие игроки, долго. Можно и на всю ночь. Ну, лень – это отсутствие мотивации. Вот, когда нет цели, тогда человек находит в себе возможность полениться, и тем самым как бы себя просто оправдывает. Это лень. А на самом деле просто ничего не хочет, ничего ему не надо. Ну, я мастер в этом деле, скажем так. Да. В общем, самое главное, то, что нужно сделать, это, конечно же, проснуться в час дня. Это, естественно, это самое важное. Ну и после, я считаю, нужно покушать, желательно, и потом пойти поспать. Ну, лениться мы все любим. Я хожу на йогу только ради шавасаны. Знаете, последняя поза, там поза расслабления, поза лени. Мы все ходим туда ради нее. Все, дожили. До экватора лета. Но призываю не расслабляться, самые жаркие деньки года еще не закончились. Всем, кто пекло не очень любит, до выходных придется нелегко. Вот и наш погодный корреспондент Иван Полехин обычно позитивен, но сегодня предельно серьезен. Жара – это вам не шутки. Ростовчане, а как вы думаете, вот какая еще опасность, кроме перегрева, там солнечного удара, грозит человеку по вот такой погоде жаркой? На самом деле, одна из самых больших опасностей, которая грозит людям, это, конечно же, стихийные пожары. Вот по такой погоде, по такой температуре они очень даже возможны. Причем вызвать их может вообще все, что угодно. От неосторожного обращения с огнем, там, с зажигалками, со спичками, до элементарной. Вот просто вы выбросили бутылку на обочину, создается эффект линзы, и она, эта самая бутылка, поджигает вокруг себя все. Сухую траву, камыш, в общем, все, что находится рядом. Так что сегодняшний мой прогноз будет крайне серьезным. Никаких шуток сегодня не будет. Будет крайне серьезным. Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что ближайшие 3-4 дня в Ростовской области будут крайне пожароопасными. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны к себе и окружающим. Кстати, вы заметили, что половина лета уже прошла? Да, как всегда, незаметно. Сегодня 15 июля, летний экватор. А еще сегодня стартует триада самых жарких дней года. Сегодня на улице до плюс 37 тепла, завтра идентично, все это днем. Ночью столбики термометров опустятся до комфортных плюс 25. Ветер будет только себя обозначать. 2,7 метра в секунду в степных реалиях, это даже и ветром назвать, ну, как-то неудобно. Влажность по такой жаре понятно минимальная, около 27%. А если нет влаги снаружи, принимаем ее вовнутрь. Пьем воду, то есть, как можно больше. Что ж, таким был Ростов сегодня, а каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19:00. Наши новости можно найти на сайте 1ростов.тв и во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация, контакты на сайте. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. До встречи завтра. Всего доброго.